В работе по патриотическому воспитанию молодежи Брестская областная организационная структура ДОСААФ стремится сохранить сложившуюся десятилетиями систему военно-патриотической работы. В 2014-м это направление приоритетное. Именно совершенствование форм и методов работы в приобщении молодого поколения к традициям своей страны, к ее истории стало главной темой на 4-м пленуме Совета Брестской областной организационной структуры ДОСААФ. Почему пленум проходит именно сейчас и именно по этой повестке дня? Мы говорим о том, что у нас впереди славные даты. 70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, да? И в следующем году 70 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне. Так вот, конечно же, именно концентрация мероприятий, концентрация именно связана как раз с этой повесткой дня и приурочена к данным событиям. За годы своего существования сотрудники организационной структуры ДОСААФ Республики организовали и провели на достойном уровне множество военно-патриотических мероприятий. Месячники оборонно-патриотической и спортивной работы, акции, автопробеги по местам боевой славы, оборонно-спортивные праздники. Список мероприятий, посвященных воспитанию патриотизма и гражданственности у молодежи, огромен. Более 2000 мероприятий патриотической направленности в прошлом году провели организационные структуры ДОСААФ Республики. В них приняло участие более 300 тысяч нашей молодежи. Активно работал молодежный клуб «Патриот» при Республиканском доме ДОСААФ. Самым активным образом работал Центр по патриотическому воспитанию молодежи общественных объединений, который также создан при Республиканском доме ДОСААФ и в который сегодня входят 32 общественных организации патриотической направленности республики. Кстати, в прошлом году на соревнованиях между организационными структурами ДОСААФ Республики Брестская областная заняла первое место. Это награда заслуженная, ведь в цикл работы по патриотическому воспитанию входит подготовка к военной службе, а также развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. Мероприятия спортивной направленности являются неотъемлемой частью деятельности всех структур ДОСААФ Беларуси. Мы не отделяем патриотическое воспитание от физического совершенства молодежи и рассматриваем те 19 авиационных и технических видов спорта, которые мы развиваем, как привитие как раз нашей молодежи, чувство патриота, чувство личной ответственности и гордости за свою республику. Достаточно сказать, что в этом плане мы приняли в прошлом году, и Совет министров нам утвердил государственную программу развития ДОСААФ на 2014-2018 год. По этой программе уже в этом году мы развернули самую активную работу по развитию наших секций, кружков, по различным видам спорта. Сегодня ДОСААФ – важная составляющая системы национальной безопасности страны. Организация, которая традиционно формирует у подрастающего поколения лучшие качества гражданина и патриота, и является прочным связующим звеном между старшими поколениями и современной молодежью.